боевые единоборства – это самый народный вид единоборств, ну, во всяком случае, в нашей стране абсолютно точно. Игорь, он всегда на стабильно высоком уровне проводит этот турнир, это мероприятие. Мы сюда приезжаем с удовольствием. Радует судейство. В этот раз оно было, ну, я даже не заметил никаких нареканий, все идеально. Радует поведение бойцов. У этого вида единоборств, у нашего вида спорта очень большое будущее, в этом я не сомневаюсь. Дай бог, чтобы когда-то он действительно стал олимпийским. И наша страна завоевывала все золотые медали во всех весовых категориях. Но я думаю, что профессионалы из Союза ММА России могут с этим справиться очень-очень легко.